Ну что ж, ребят, с началом учебного года вас. Приступим к тренировке. Первое сентября – это хороший юный праздник. Школа – это как второй дом, где вот тебя всему обучают, там следят за тобой, за твоими порядками, уже начинают подготавливать тебя ко взрослой жизни. Первая моя школа была в Бирюлево, там я провел свой первый класс. Потом мы с родителями переехали в Южное Бутово, и там я учился уже до 9 класса. Вот. И со второго класса, как раз когда приехали, начал заниматься баскетболом в Тринити. Вот, получалось совмещать, так как тренировка всегда вечером. В учебе это труд больше головы. Вот, то, что ты сидишь, вот у тебя постоянно вот парты, и учебник, тетрадки, а в баскетболе ты и телом думаешь, и головой. Но я думаю, баскетбол это больше, более сложно, в моем мнении. В школе всегда все ко мне тянулись, потому что самый высокий, поэтому были общие интересы. Все хотели тоже заниматься баскетболом. Был момент, мне учитель давал право проводить баскетбольные занятия. Он развивает мыслительный процесс, также и в баскетболе ты всегда думаешь, чем быстрее думаешь, тем лучше. Теперь задание специально от меня, мое любимое. В детстве у меня никогда не получалось, но со временем, с количеством тренировок, оно постепенно улучшалось. Нужно 2 мяча, 3 игрока здесь, 3 игрока на штрафной линии. Вот, в парах также. Один ведет 2 мяча. Правой рукой передает человеку из своей пары. И тот также правой рукой. По одному раз сделали, меняем рук. Давай, давай, давай. Попробуй сначала один мяч, начни. Во-во-во. Хорош. Главное всегда слушать тренера и учителя. Ребята, все сюда. Хорошая тренировка, вы все молодцы. Тренируйтесь больше, лучше. После четверти обязательно проверю. Договорились? Да. Давайте. Москва! ЦСКА!